happening? Don't try hitting me up with that ghetto babble, boy. Officer Tenpenny, how you get my number? Ways and means, you piece of shit. You been trying to avoid me? No, sir. I just been busy, that's all. You're not busy unless you're doing something for us, you understand? Yeah. Loud and clear. Nice to hear it, Carl. Call in to the donut place in the middle of Market. We need to talk. Так, микрофон включен, запись вроде пошла. Итак, всем трем, доброго времени суток. Вы смотрите канал Ленивого Дмитрия. И это наше ненавязчивое прохождение старой доброй GTA San Andreas. Хочу немножко извиниться. Я обычно всегда указываю, что у меня тут кратенькое прохождение, короткометражки. А тут в прошлом видео что-то увлекся, у меня же там чуть не на 50 минут получилось. Ну, заигрался, бывает. Стараюсь больше так не делать, хотя... Ну, в общем, сами понимаете, игрушка увлекает. Могу не сдержаться. Ну ладно. Короче, поехали. Сейчас у нас, значит, осталось два типа заданий. Одно из них это наш уголок. Уголок. Уголок, вот точно. Уголком его будут звать. Вот наш уголок. Вот. И второе. Ну, надеюсь, вы слышали. Сейчас я не уверен. Я запись уже включил. Надеюсь, что попало все. Вот, второе задание это вот нашего любимейшего, нашего замечательного офицера Тенпенни. Десятицентовика. Десять копеек, блин. Копейка. Копеечки. Ну, блин, нет, 10 копеечник тоже не тот. Ну ладно, Тенпенни. Причем, если я ничего не путаю, задание от Тенпенни, оно довольно-таки прикольное. Там, кажется, надо будет разобраться с русской мафией или что-то в этом роде. Russian Muffin. Да. Так что давайте поедем, наверное, тут. Хотя... Или сначала с уголком разобраться. Так, можно. Самый бронированный газон в мире. Так. Знаете, что? Пошел в жопу этот офицер Копейка. Давайте сначала с уголком разберемся. А то... Ребята, я очень рад был вас видеть. Спасибо, что так смачно со мной поздоровались, козлы, блин. Так, да, ладно, сначала с уголком разберемся. Потом будем уже с Тенпенни. Благо, в этой игре присутствует такая полезная штука, как... Ну, как бы это сказать, если тебе очень громко орут в ухо, что тебе срочно надо ехать туда, ты вполне можешь пойти и выспаться. Уже 12:05. Блин. Твою мать. Ну, пойдемте пока мотоцикл все найдем. Чё бы нет. Кстати, так, это у нас стрижки. Нет, стрижки мне не нужны. Чё у нас? Неплохо выглядит. Такси. Нет, миссии такси я выполнять не буду. Ну, дайте мотоцикл-то, сволочи. Что за люди? Не попал. Я думаю, только в России у нас так шедеврально столбы ставят. Кажется, нет. Чувак, давай я тебя напугаю. Вылазь, падла. Вылазь оттуда. Мадам. Вот от панталона. А, то есть она сбила машину, а у меня плохой день. Ой, она сбила человека, а день плохой у меня, да? Парень, ты непоследователь. Ну, иди сюда. Иди сюда. А, блин, пожрать пошел. Что за человек? Я ему сдаюсь, можно сказать. Просто душу выкладываю. А он что? Я, говорит, пойду пожару. Блин, что-то как-то неудачно получилось. Но я решил
пройти сначала уголка. Еще раз повторюсь, его зовут OG-Lock. Оглок. Уголок. Вот я решил сначала пройти это задание. А так как я местами упрям, как не знаю кто, будем действовать по принципу, где сядешь, там и слезешь. Девушка очень красивая. О! Молодой человек, тоже прекрасно. Позвольте, я морду набью. Фу! Как это вульгарно. Вот, с одной стороны, хочется взять этот пистолет, но с другой стороны, блин, ну, о! Ай да, чуваки! Серьезно, что ли? То есть вы бежали стрелять, вызывать меня на честный мордобой, а в итоге начали стрелять? Хм. Да ладно, это мои враги. Мне не можешь с ними так обходиться. Это мои заклятые враги. Вагасы. Они носят сиреневое. Именно поэтому мы с ними не дружим. Привет. Оказывается, я голодный. Надо покушать. На выстрел бургера. Бургершот. Ну ладно, хватит. Как раз 12 часов. И вот так мы слегка разжирели. Проверил, включит ли микрофон. Это... Эй, блин. Что, еще раз покушать? Ну хватит, ты че, Сиджей, я все понимаю. Но... Ну, то есть понятно, что природа требует. Ну, какие мышцы? Эй, excuse me. Loaf around here? What? Who? You want friends with that? Loaf. Is he available for communication? Who? Loaf? Man. Oh, you mean Jeffrey. Yeah, appliance technician called in sick, so Jeff, Loaf, he got promoted. So? So? He's out back cleaning the fryer. Hey, what up, Lo? CJ, what's up, homie? Hey, my shit's so tight right now, it's about to bust. So you happy now, homie? Happy? Man, hell no. I can't take this shit much longer. Man, I'm an artist. I'd rather be inside. Man, I can't get a deal for nothing. Motherfuckers always want to keep a nigga down. And that CPO, Mad Dog's manager, is putting on me real heavy, man. He covering my style for real. Heavy? Man, he 5'3". But that fool's strong. Man, we gotta take him out. He done blackballed me, man. I can't get in the game no way. I told you, I'm an artist, a communicator, and nobody can even hear my message. He going around telling everybody I'm whack. Well, he obviously ain't heard your new shit. That shit is outrageous. That's what I'm talking about, man. Down with a frown, on a tail, a sad clown. All right, so what you want me to do? I want you to take that motherfucker out. Kill him? Well, I ain't mean, Dana. Listen, he gonna be attending some award ceremony. And that's the only time he leaves dog side. О, да. Вот это задание прикольное. Стой. Ну, как прикольное. Нам нужно утопить человека. Но... Это весело.
Черный юмор вообще штука веселая. Так, что от нас сейчас требуется? Догнать этого водителя. А, таранить тачку, вспомнил. Что такое? Кто это? Чувак, а ты не прихерел случайно? Только не разбей машину. Вот это я не гарантирую. Не разбей машину. Вы еще давайте мне тут про аккуратное вождение что-нибудь скажите. Вот так сделаем. Недалеко. Вернем как было. Вот это задание, помню, я все время пугало поболее остальных, потому что здесь нужно ехать правильно. Ну давай. Доставим туда босса. Congratulations on your award. You must be thrilled. Yeah. I like to thank my fans, my mama, and my dealer. Моего дилера. Забавно. Ладно, радио не включаем. Мне нравится, что фотографы здесь стоят таким образом, как будто стреляют. Если обратите внимание, держит аппарат. О, а товарищ-то сыкун охраны. Да уж. И главное, вот то, что сидит вот это чудо, да, в зеленом. Ну, нормально, у нас все водители так выглядят. Hey, man, хоть бы переодеться заставили. Отлично, чувак. Да, обязательно. Да, но. Блин, надо было зайти азот поставить, не подумал я. В общем, он только что крикнул, что сильно недоволен ситуацией. Ну, вроде никто не выплыл. Давай, погружайся. А то вечно он в фильмах так. Уйдешь, а потом кто-нибудь всплывет. Давай. Да не. Чё ты, смотри, как дверь открылась. Блин, нашел где утонуть. Ну смотри, тут глубину. Задание, с одной стороны, веселое, с другой стороны, ну, до жути глупое. Что, блин. Ребят, я не хочу с вами воевать. У вас нет того оружия, которое можно забрать. То есть вот так вот, да? То есть вы на полном серьезе, да? Козел. Ну вот у них даже взять нечего, блин. Так, ну чё? ОГ. А, стоп, секундочку, сводка. Где это? А, блин. Уже нету. Ну ладно. Блин, не успел, хотел посмотреть, что он там про что-то алоэ, каноэ, лохматый, который рэп он зачитал. Я не могу. Такая бредесина. Ну да ладно. Девочки, которые давно уже не девочки.
OG-Log. О, замечательно. Hey, fuck you, man! And I don't care what you heard! I ain't nobody's ass technician, bitch! Hey, hey, what's up, Lo? Technician ain't gangster. That's what's up. I heard that. Listen, Carl. If I'm going back to a cell, I want to have a big party first. This may be my last chance to get hurt. Okay, so what's the plan? Well, I'm going to slide back over to Grove Street and get those sounds boom-bastic fantastic. All right, so what you want me to do? I want you to get ready for the party and get some girls, man. Okay. Get some real fly girls, yeah. You know what I'm saying? The ones in the bikinis and shit in the videos. That's what I'm talking about. I told you, brother, I'm the chronicle of our struggles, the voice of the families, like Moses, only keeping it real. You said it. You know what I'm saying? Ой, нифига себе. Но время-то. Короче, надо ехать. Надо бронежилет где-нибудь захватить. Ну, тут нет как бы... Хотя, подождите, я вот даже не знаю, это критерий между 26 имеется в виду выполнение задания или надо успеть доехать? Не, ну вряд ли успеть. Если бы надо было успеть, тут бы прописали таймер. Ну, блин, все равно хочется сейчас закончить. Что мне... неохота затягивать в данном конкретном случае с этими заданиями. Тем более последнее задание у OG-Log это вообще это что-то с чем-то. Это такой эпический замес с балласами. Блин, оружие. Ай, ладно. Должно хватить. Но сначала бронежилет. Без него меня, возможно, слегка поломают. Эх, жалко, канал непопулярный. Можно было спросить, где тут броник валяется. I don't know, man. I had some plans tonight. But we had a big disaster. I won't be rapping. My mic's broken. Ah, okay. I'm gonna come over right now then. Давай, давай. То есть ты меня не отвлекал своими разговорами. Я бы уже приехал. Блин. Ой, да ладно. Блин, у меня радио играет неразрешенное. Вообще, я даже не знаю. Эк. Успел. Ну, давайте. Work, man. Hells yeah. What up, fellas? Hey, what's up with you, baby? So you back on the block, huh? Hell yeah. You a real killer, huh? What he done that I ain't, huh? Well, stall him out, nigga. Hey, relax, man. Hey, a baller's posse's about to run up. They're headed up here right now. Looks like we backed them ballers against the wall, huh? Hey, CJ, strap up. Grove Street. Shit, I'll go round up some homies. Okay, get some cars, block the road. The rest of y'all get heated. И опять не дают никакого оружия. А вот если я приехал на это задание без оружия, ну блин, вот такой вот я балбес, блин. Ну или совсем малым количеством. Я чувствую, его не так уж и много. Должно хватить, я думаю. Ну вот это реально странно, то есть ты когда... Где? Вот твое... А, нет, вру. Смотри. Double fool.
Oops. Ага. Ребята, неплохо так подготовились, паразиты. Сами держите переулок. И пушки надо подобрать. Вау! Блин, так, ох, нифига себе! Ты кто ж меня так садит-то хорошо? Как это? Ой! Упс! Свита убили. Ха! Свита могут убить. Тупняк! Ну ладно, сейчас еще раз попробуем. А, стоп, минутку. А здесь где-то сердечко было, нет? Хм. Ну ладно, отдай машину. Да вылазь ты, блин. Блин, я сейчас даже задание не смогу обновить, да? Это сохрану, надо сохранить. Блин, я не знал, что свиты здесь могут убить. Или береги свою кружку, это имел в виду свит, что ли? Береги. Не, ну я надеюсь, что это не так, конечно. Да, если да. А, ну конечно. Твою там мать, а. Так, вот здесь давайте перекантуемся. Сейф в туалете. Интересное решение. Так. Все-таки мне нужен бронежилет. И все-таки похоже бронежилет на 150 и бронежилет на 100. Это реально разные бронежилеты. Черт. Чтобы проходить полицейскую миссию, у меня откровенно мало патронов. Ребят, ну отвалите, а. Ну что вам надо, а? Ну то есть я знаю, что там любви, ласки и все такое, но, блин. Все понимаю. Уйди, уйди. Привет, мужики. Здрасте. Ну да. Так. Бу-бу-бу-бу-бу. Ну нет уж. Не буду я сейчас тратить время. Как раз. Идеально. Ой. Ну согласен, очень глупо получилось. Но зато патрон набрал. Все-таки со 150 до 600. Это... Отвали. Он приведет подмогу. Его даже видно не было. Ой. Да, да, все, начинаем. Carl,
Давайте. Чувак, ты что не... Алло, гараж, что с тобой? Да подождите вы со своим бриджом. Надо патроны собирать. Ну, блять, а. Переулок, да? Окей. Чувак, где еще? Успел. Man, I ain't never seen a ballers roll. Yeah, they heard Carl Johnson was running with his brother again. Yeah, for sure. Come on, let's get back to the party. Shit, man. Once Lowe got off the mic, then the party got started. Ура, мы победили. Все, со второго раза. И опять без бронежилета. Ну, ладно. Бронежилетом мы займемся в следующей серии. Да, бронежилетом займемся в следующей серии. Короче, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. В общем, проявляйте на канале всю возможную активность. Это мне очень сильно поможет. Всем пока-пока.